Всем добрый день. Хотелось бы выразить огромную благодарность стоматологии Никодент, которая находится на улице Белобородова. Посещаю эту клинику уже не первый раз. Получаю просто восхитительное удовольствие после докторов, потому что обстановка очень хорошая. Доктора изумительные, лечат просто хорошо. И вообще, просто все очень добрые, веселые. И честно советую всем женщинам, мужчинам, детям. Здесь и с детьми очень тоже хорошо. И до такой степени маленькие ребятишки приходят. Даже кто боится лечить зубки, вот честно слово, они находят. Все применяют для того, чтобы ребенок уже с первого раза не боялся, а на второй раз просто бежал. И поверьте, у меня такие ребятишки мои из дома приходили и ту-ту-ту, бегом сюда бегут. Доктора здесь замечательные, изумительные. Хочу выразить, наверное, больше всего все-таки за это заслуга, то, что на, вот именно в этой стоматологии на Белобородова, в Никоденте, то, что вообще все так происходит хорошо, это все-таки заслуга главврача. Хотелось бы ее, конечно, позвать и пригласить ее. И вот особенно хочу поблагодарить главврача Наталью Евгеньевну Федорову. Очень замечательный врач. Веселая, добрая. Спасибо. Знаток своего дела, честное слово. Ребят, приходите в стоматологию Никодент на улице Белобородова, дом 2. Вот такая клиника. Елена Михайловна, спасибо большое за отзыв. Приходите к нам еще. Спасибо.